Короче, Кейн, детали, ну что-то какая-то хрень. Сабаровские коробочные. Вот. Ну тюнь поставили, думали норм будет, а что-то как-то не очень. Серега, как настрой? Что вчера вечером делал? Признавайся. Да. Было дело? Было, было. Что, скрывать не буду. Подготовился парно. Отлично. Подготовка прошла. Следующий заезд смотрим. Хорош, просто доедь, почти летит мобиль. Время идет. Команда профессиональных механиков на замене привода. Что произошло после этого? После этого, пацаны, моя команда вообще просто красавцы. Быстро все мне починили, я успел, еще и поездил. И потом очень красиво проиграл.